Токио работает чудо-кафе. Заведениями питания в обществе кошек здесь уже никого не удивишь, но в этом кафе предлагают общество сов. В некотором смысле совы – это необычные животные в обычном мире. Их здесь ежедневно от 20 до 30 штук. С совами можно общаться и даже сажать на себя. Правда, иногда это чревато небольшими последствиями. Очень радостно видеть, что о совах здесь хорошо заботятся и что они полезны для всех этих людей. Правда, вот этот сейчас немного несчастлив. Чуть меня не обгадил, промазал. Так что отличный выбор. В окружении птиц здесь можно выпить чаю, кофе или даже пиво. Напитки в среднем стоят около 20 долларов. Единственный момент – здесь мало света. Только так глаза сов не испытывают напряжения, потому что в природе эти птицы ведут ночной образ жизни. Магазин-кафе работает уже 2 года. Каждый посетитель может здесь пробыть не больше часа. Потом нужно освободить место для других желающих. Чтобы записаться на посещение, выстраиваются длинные очереди, и не все могут попасть в тот же день. Посетители говорят, ожидание стоит того. В зоопарке обычно на них можно только смотреть, так что здорово, что их еще можно и потрогать. Владельцы кафе каждый вечер забирают сов домой. Говорят, опасаются возможных землетрясений, а также не хотят, чтобы птицы своим уханьем беспокоили соседей кафе.